Вот наша первая находка. Фиолетовая рядовка. Будем срезать. Смотрите, я нашел 3 фиолетовые рядовки. Но я не верю, что их здесь 3. Вот еще одна переросшая. Еще должны быть. Вот одна. Где еще больше? Должны же быть здесь. А вот еще одна. Вот. И еще сейчас посмотрим. Нет, больше рядовок фиолетовых нету. 2 штуки. Вот раз. Вот два. Сашка. Валяем. Вот. А еще я видел вот тут мышку где-то. Вот еще одна. Так. А, еще одна. Какая большая. Ну, давайте срежем. Какая большущая. И вот рядовки. Даже нечаянно вот наступил на одну. Эти маленькие и большие. Много фиолетовых рядовок. Сейчас срежем. И сейчас где-то что-то должно быть. Вот. Еще ряд рядовок. Будем срезать. Какая-то... Какая-то непослушная рядовка. Так, ну-ка, это трудно рядовки срезать.
последнее время мне попадается очень много ведьминых кругов из непонятных грибов. Смотрите, вот он зонтик, краснеющий. Вот. Очень классный зонтик. Вот. Здесь, ох, как много фиолетовых. Вот. Вот там, вон там и вон далеко. Вон там. Больше. И вот. За все время поисков мы наконец-то нашли дымчатых рядовок. Вот. Смотрите, как рядовки замаскировались. Вот. И вот. Среди дождевичков. Старых. Оп, зонтик. Давайте. Какой маленький зонтик. И уже начинает оранжеветь. Вот. Скоро будет вообще краснеть. Посмотрите, я нашел раз фиолетовую рядовку. Это... А, три. Давайте срезать их. Так, идем к первой. Хороший. Второй. Мы его кладем. Вот он. Вот какая хорошая. Вот.